детский сад, школа. Значит, подъездные пути к детскому саду и школы будут обеспечены, в частности, к детскому саду, это теми дорогами, о которых я уже говорил. Дальше. Детский сад, это социальная группа, будет разделяться, нет, скажу по-другому. Также планируется сделать так называемую пешеходную улицу, мы ее назвали «Маленький Арбат». То есть улица, по которой можно будет передвигаться в основном пешком. Арбат. Это уникальное предложение, которое было обсуждено. И вы сами понимаете удобство этого направления. То есть можно здесь устраивать какие-то соревнования типа ГТО в этом районе. Можно обеспечивать катание летом на роликах, досках, велосипедах без опасения, что у тебя будут какие-то проблемы с автотранспортом. Зимой, естественно, здесь можно сделать нормальную лыжную трассу, сделать такое кольцо, по которой можно было бы передвигаться. Если мне память не изменяет, Петр Васильевич, ширина этой дороги порядка 30 метров. Угу. То есть 30 метров, это, понимаете, это значительно. Это Арбат. То есть этим мы отсекаем социальную зону и, скажем так, ту зону, о которой потом речь пойдет в дальнейшем.